Мы утром гуляем у светлой воды, пускаем кораблики в камень. Для раненых мы собираем цветы и в госпиталь ходим с цветами. Там наши картинки у коек висят, на столиках наши альбомы. И старшая группа 15 ребят со всеми бойцами знакомы. Вот этот боец в окружении был, он вел себя смело, как надо. Сам раненый 8 фашистов убил огнем своего автомата. А этот, что с виду совсем некрасив, и звонко смеется по-детски. Он спас командира, его заслонив собою от пули немецкой. На крайней кровати лежит паренек, он тоже представлен к награде за то, что 2 вражеских танка поджег в бою у себя в Сталинграде. И лишь одному нам ничем не помочь, ни песней своей, ни цветами. Фашисты его 5-летнюю дочь в Крыму закололи штыками. Ребята садятся к нему на кровать, но мрачен боец загорелый. Светланка вот так же могла рисовать, такие же песенки пела. 2 раны, полученные мною в бою, но снова ментовку мне дайте. Я отомщу за Светланку мою, за девочку в беленьком платье. В палату на цыпочках ходит сестра, веселая девушка Таня. Ребята, нам скоро обедать пора. Скажите бойцам до свидания. Вам надо на солнышке больше гулять, пускать на веревочке змея. А завтра с утра приходите опять, чтоб нам было здесь веселее.